белильца, голубильца. Полностью избавишься от белого. Полностью, полностью. Количество краски, которое ты нанесешь на холст, должно быть таким, чтобы когда ты будешь вот так делать, было что придавить. Хорошо? Давай. Упаковала, распределила и заодно распределила. Может, сразу надо отчитание вот это нарисовать? Нет. Пока не надо, да? Красный, кровавый. А, это я пока еще, я потом белье добавлю. Ну, произвол полный. Значит, поворачивай холст на другую сторону. И затри вот эту ерунду. С успокоенной средой. Успокоенной. Вот такой. Как ты ее сделал вот в этой части. В этой части, да. Вот такой успокоенной средой. Берешь бирюзу. Вот она бирюзовенькая у нас. Прям так разволновалась, зеленая. От линии горизонта вниз начнешь укладывать вещество краски, удавливая его до глянцевого состояния. До глянцевого. Вот такого. Вот такого. От линии горизонта вниз до глянцевого состояния. А вот это что, вот это коричневое, да? Вот это... А, нечаянно подмешалось, но кстати. Ну, кстати, очень но, хорошо, кстати, да. Получилось... Сама волна находится ровно посередине холста. Значит, линия горизонта подвинется, исходя из размеров волны, которая посередине имеет некую ширину. Этим же плюс синьки нагонишь сюда толщу воды, которая подсвечивает. Тоже можешь и коричневый задействовать, и тоже доводя это до глянцевого состояния. Это какая-то каша получается. До глянцевого состояния. Это такую кашицу надо. Водная, нет, совсем не кашица, а глянцевого. Вот это глянцевое состояние вещества, которое напоминает толщу воды. Когда на эту толщу ты будешь укладывать вот эти творожистые, кашистые проявления, у тебя появится разница между толщей воды и пеной. Угу. Саму волну ты поставишь с этим уклоном вертикально. Хорошо? То есть граница вот здесь, да? То есть я не сюда захожу, а вот так. Вот так. Граница у нас где-то вот здесь. Вот здесь у нас белая. Угу. Давай. Очень безыскусно набранные белила. Жутко безыскусно. А я пока с волной занимаюсь. А зачем же ты тогда кинула эту безыскусность? А я потренировалась. Очень безыскусно. Потренировалась безыскусно. Значит, там будет полутон белил. Ну, белого. Полутон белого будет. И будет освещенная часть. Ладно? То есть белый будет с недобелым. С недобелым. И даже с прозрачной темой толщи воды. Вот этой толщи. Угу. Которая будет подрезана белилами с двух сторон. Посмотри, как моделировательно я кладу. Что сделала ты? Ну да, зигзаг. Тоже зигзаг. Ну, он длинный зигзаг. Изысканный. Голубой, коричневый, розовый. Голубой, коричневый. Загонишь туда. Бирюзу загонишь туда. И превратишь в глянец вот таким движением. В глянец. Бирюзовый с желтым подотрешь вот сюда, создавая эффект прозрачности волны.
Количество краски здесь немного, смотри. Я ее разбиваю. А под самый краешек еще. И немного вещества. Согласна? Угу. А вот как вот это белое? Куда мы его вот эту пену укладывать? Тут я не пойму очертания никак. Мы вот так срежем. Возьмем белило с синим. Это будет белый в тени солнечный день, который синит и сиреневит. И вот такой укладочкой прозрачненькой загоним туда. Потом возьмем белило без синил и сверху загоним. А тут уже вот как смотри, раз кардиограмма. Как я тут делала, вот, вот так. Боже упаси. Ты делала густой краской вот такое. Посмотри, какое малое количество вещества. Ну, это красота. Смотри, смотри. Все. Какая мягенькость. Единственное, что ты дашь настроение уклона, поскольку там есть этот уклон нападающий, да? Угу. Здесь снова синька у нас. Родинка. И ты все это вот так удавишь, чтобы потом сбрить в этом месте и положить вот то, что я только что показывал. Хорошо? Угу. Ну, давай. То есть положить так же, вот, как, вот прямо вот укладывать, да, ее, да, так. Okay. Значит, когда мастихин становится вот таким, он перестает быть рабочим. Либо заменить мастихин, либо подогнуть его до ровного состояния. Лучше заменить. О. Почему это так его сломать? Ну, у него не должен быть такое башмачное состояние. Они гнутся, к сожалению. Значит, вот это должно быть по вот такой траектории. Угу. Поэтому вынь да положь не просто вот эту, вот эту, да, я пока а вот эту траекторию. Угу. Очень много краски сбрить и предпринять так, как было у меня. Просто очень много краски. Я просто вырисовывала вот эту часть. Без всякого просто. Краски здесь должно быть очень малое количество. Смотри, как прозрачно ложится малое количество. И как противно ложилось большое. Ну да, большое ядерство. Смотри, я немного беру вещества. И удавливаю. И даже новым не добавляю. Смотри, а еще пользуюсь старым веществом. Смотри, старым веществом допользуюсь. И получается почти, смотри, почти дымчатое звучание, но с этой кардиограммкой падающей, нападающей пеной. Значит, у нас с тобой еще каменюки. Мы там голубой, коричневый, розовый. Не будем вот эту буру, да? Хорошо, не знаю, посмотрим. Голубой, коричневый, розовый. Здесь сделаем большую каменюку. Мы же хотели с тобой изменить композицию, да, чтобы не было чистого повтора. Здесь будет вот такая каменюка. Ты видела даже одно движение, как уже много лет. Уже все легла. Как уже много лет. Ничего не, да, делать. Уже все. Хорошо бы, чтобы вот здесь темность прозвучала. Хорошо бы, чтобы из-под темности прозвучало вот это. Тогда появляется сразу идея заслонения. Идея заслонения. А здесь наоборот. Пена у подножия столпилась. Прикольно? Ой, здорово вообще. Попробуем не согласить. Вот здесь у нас будет большой сгусток камней, а здесь маленькая каменюшечка такая. Может быть, даже вот сюда, вот сюда, да, вот сюда, под сюда. Пирамидальная. То есть не перечисляем все камни, а только вот эту вот маленькую. Возьмем идею того камня, но сделаем ее небольшой вот такой.
камень обычно хочет отразиться в воде. Бывает такое, да? А тут у него тоже немного есть. Ага, хорошо. Если... А тень, вот она, тень падает. Смотри, если у подножия, заслоняя это отражение, появится горизонтали... Движение воды. Горизонтали. То будет прозрачная вода. Что вкусненько, пускай живет. Из-под теневой свет. Очень всегда выгодно звучит. Сразу создает эффект пространства. Логично? Логично. Так интересно получилось, как будто он голосует. Человечек такой водный. Каменюка у нас будет другого толка. Прикольно. Совсем другого толка, правда? Смотри. Вообще, да. То есть... Там какая-то вдали гора стоит, как и все. Как пятно. Мы им воспользовались, но идея архитектуры пятна совсем другая. Красота. Облака теперь уже будем прилепливать к этому. Возможно... Облака немножко обнимут гору, да? Горочку, да. И вообще соберутся туда, вдоль линии горизонтика. А если их розовыми сделать? У него розовые тоже. Хорошо. Я почему розовые начала делать? У него розовые. До размешанной краской, а не так, как ты делала. До размешанной краской. С розовиночкой ты пройдешься и уложишь облачёнки. Одно из них зацепится. Туда за горочку. За горочку. Ну, до размешанной красочки. Можешь? До размешать. Справишься? Справлюсь. Так, вот это. И смотри, место. Вдаль тоже. То есть они там как. Ну вот откуда ты идут? Итак, смотри, у нас совсем формируется другая композиция, правда? Да. Давай так. Так, вот это мне тоже доделать, да, все вот это место? Или ну, потренироваться и сделать хоть раз по-человечески. Да. Что вот это такое? Это кашель, я уже потом к нему не возвращаюсь, попозже. Так, все, я к тому месту не прихожу, потому что там уже будем считать, что это авторский кусок. Так. Ну, уже получше. Ну, есть какая-то похожесть, ну, свое что-то получилось. Такое. Бирюзовый. Вы их проявили? Нету бирюзового. Что вы говорите? Закидала его тряпками. Мне вот это не получается. Я уже тут молчу, молчу, она что-то как-то меня совсем не ложится. Темновочку и синим. Нету там движения вот туда. Есть там движение вот по этой траектории. Ты согласна? А, все, я думаю, что она у меня не такая. Точно. Точно. То есть она идет вот так, да? Вот так. Вот так. Да. Угу.
мне уже так накладываю, у меня не получается. Берем малое количество вещества. Малое. А я, наверное, маленький на стихи, но поэтому не получается. Наверное. Да? Здесь надо большие, да? Угу. Все. И вот он, брызгательный эффект по макушкам. Вот, она соединяется с массивом пены. Угу. Здесь под ней практически вот такая же ситуация, только не так темно. Не так темно, холодно. И всюду решеточка из этих порванных пеночек. А вот эти вот прожилочки, это что, тоже можно? Да. Вот здесь ты возьмешь маленький мастихин, потому что большой там не справится. Сначала создашь красивый зигзагик внизу, а от него начнешь вытягивать. А я сверху рисую. От него начнешь вытягивать вот эти по траектории волны. Вот эти порванности. Да, но они такие тоже будут произвольные, да? Да, просто да, у него тут очень много. А ты, когда начнешь укладывать, ты посмотришь, вдруг что-то тебе подскажет, ой, хватит, уже красиво. Может и такое случится. Угу. Прикольно? Поняла, да, как укладывать это вещество? Шлёпка. Смотри, какую траекторию, шлёпка. Какую траекторию я выбрал. Нет, нет, не шлёпка. Смотри, грань прямо. Осадочные породы показаны. Они сточные, да? Осадочные. Они отшлифованные водой. Потом... Нет. Нет? Нет. Смотри, плоскость. Плоскость. Так. Плоскость. Плоскость. Угу. Плоскость тени. Плоскость так. Каждый имеет свое направленное, направленную укладку. Угу. То, что в тени, оно темное. По высоте уложено. По высоте. То, что на свету. По ширине. Хорошо? По ширине. Поняла, да, это горизонталь, это вертикаль. Ага. Угу. То есть вот эта вот плоскостность. Хорошие штучечки. Да? Ну, я думала, они получились. Даже расходовались. Вот тут я уложила, что-то никак не видно. Единственное, у меня вопрос к этой штучке. Чего она вдоль этого? А не знаю, так получилось. Она же вот сюда. А, да. Она здесь как раз еще хочет. Туда подняться. Показать, что там она продолжается. Ну, я просто тут исправляла такую волну, поэтому она растет. Зачем всю тень съела? А, да, точно. Забыла. Закрасила голову. Камушек вот у меня такого цвета получился. Поставила его туда. А, ну да. Блин, я думаю, как это будет? Thank you.
смотри, иногда волна вот так, как ножницами разрезана. Так прикольнее? Да, так интереснее. Как будто она опустилась уже. Как будто... А тут ее тут же она же и накрывает сама себя. Так, все, мои стеры. Вот беда. Второй эшелон волночек прибывает оттуда. Эти же семинки, порванная пена, туда. Так, а вот с этим гри... А, этот гриль, там вот он, красивый гриль. И сейчас опустить его надо, да? Можно, даже вот так. Поэтому я туда забрасываю теневую. Научись все-таки вот эти вещи не наращивать густоту на густоту. Так. Всю дорогу тебя склоняю к небольшому количеству краски. Но она как-то не ложится у меня. Не поэтому ты кладешь второй, да, слой, сверху третий, и что толку? Просто морочишь белила на холсте. Видишь, вот где густота краски пригодилась. То есть на самом конце. Вот так. То есть просто как будто ты хочешь кинуть, да? Чиркнуть. Чиркнуть. Рисовали же его уже.
чиркать ему, да? Ага. Тенечка. То есть белый в тени. Да? Да. Пена белая в тени. Ну вот как и тут. Вот. Ага. То есть всю уху, вся тень туда идет, и тут тоже, да? Брызга такая залетела. Отражательность. Да. Знаешь, как бывают дырочки? Да. Прямо у нас само. Не плотная, а пробивается вода, тень воды. Ну, здесь уже тоже как... Ну, в принципе, можно оставить так, да? Белиберну. Уложили. Все. Давай там что-нибудь еще. А уже все, мне даже менять нечего. Небочка там затри вот это.